Ну вот я добрался до цунами Пикпука. Был на цунами где-то в 2020 году, еще когда на Егоре было. Было прикольно, но вот эта локация максимально топовая. Мне так уже с первых минут уже очень нравится. Кайфово тут. Вот эта пушка мне очень нравится. Грач вид имеет. Блин, клево, клево. Хочется черную хаку себе заказать. Так, первые тесты показали, что вроде все окей, только есть один нюанс. Короче, у меня нет выхлопа. Питерские дороги не сидят никого. Когда один газует, все начинают газовать. Мы на цунами. Так, ручка вверх, это значит. Сколько можно? Что там? Места нет живого. Я, кстати, идеальный кизывол получился. Mm-hmm.